Друзья, в продаже у нас Renault Sandero 2012 года выпуска. Объем двигателя 1,6 литра на автомате. Автомобиль приобретался у официального дилера. У данного автомобиля оригинальный ПТС. Один единственный собственник. Очень хорошее состояние. Автомобиль в очень хорошей комплектации. Имеется как передние, так и задние стеклоподъемники. Кондиционер, электрорегулировка боковых зеркал, также блокировка открывания окон, центральный замок, подогревы передних кресел. Автомобиль в очень хорошем состоянии, как техническом, так и косметическом. А также у данного автомобиля установлена сигнализация с обратной связью.